С 1 января 2021 года в Азербайджане с работников государственного и нефтяного секторов, негосударственного и ненефтяного секторов, физических лиц, выполняющих работы на основе договоров гражданско-правового характера, а также занимающихся предпринимательской деятельностью, начнут взимать сборы за обязательное медицинское страхование. С работодателей и работников будет взиматься ежемесячная плата в размере 2% от суммы до 8 тысяч манатов и в размере 0,5% от суммы свыше 8 тысяч манатов ежемесячного фонда оплаты труда. С 1 января 2021 года обязательное медицинское страхование будет введено еще в 36 городах и регионах. Также начнется сбор актов обязательного медицинского страхования. С работодателей и работников государственного и нефтяного секторов будет взиматься ежемесячная плата в размере 2% от суммы до 8 тысяч манатов и в размере 0,5% от суммы свыше 8 тысяч манатов ежемесячного фонда оплаты труда. Работодателям и работникам негосударственного и ненефтяного секторов до 1 января 2022 года будет предоставлена 50% скидка. У людей данной категории будет взиматься ежемесячная плата в размере 1% от суммы до 8 тысяч манатов и в размере 0,5% от суммы свыше 8 тысяч манатов. Miqdarında icbari tibbi sığortasının toplanması nəzərdə tutulmuşdur.